минимальное поражение. В чем причина? Ну, мое мнение то, что мы очень мало бросаем. Мы все пытаемся разыграть, наверное, много очень, ну, лишних движений делаем. Нужно бросать, идти на добивание, и будут голы от этого. Что отрабатывает на тренировках в первую очередь? На тренировках отрабатывает бросать и забивать больше. Пасы точнее отдавать очень много, браков, передач, шайб теряем очень много. Очень много ротируется звенья на этом турнире. Может ли это быть причиной? Да нет, почему? Так должно быть, сейчас все просматриваются, каждого проверить нужно. Партнеров не выбирают, с каждым нужно играть. Поэтому я думаю, это не из-за этого все.